День семьи, любви и верности отметили жители микрорайона Водники. На площадке возле 17-й школы прошел большой праздник. Участие в нем приняли дети, их родители, бабушки и дедушки. Программа увлекательная и познавательная. Присоединиться к ней приглашали всех прохожих. Несмотря на дождливую погоду, я думаю, что эмоции у всех отличные, настроение хорошее. Я думаю, что мы его еще поднимем больше. Сегодня здесь дети могут на интерактивных площадках собрать большой эко-конструктор, нарисовать на своем прекрасном лице аквагрим, получить знания по английскому языку от языковых школ. Я считаю важным, когда есть праздники, которые сплочают людей, когда все вместе мы можем встретиться на одной площадке, пообщаться, поделиться впечатлениями. И вот такие совместные праздники, направленные на позитивные эмоции, на формирование дружеских отношений, они сближают. И я считаю, что таких праздников должно быть как можно больше в городе. И всячески буду этому способствовать. Всероссийский день семьи, любви и верности 8 июля отмечается уже несколько десятилетий. Идея учредить такой праздник возникла у жителей города Мурома Владимирской области, где покоятся мощи святых супругов Петра и Февронии, покровителей христианского брака. В Вологде в этот день по традиции на площади Революции чествуют многодетных семей, семей долгожителей. На разных площадках города проходят концерты и интерактивные программы. Мария Поздеева, Михаил Прищев, Вологда-Портал.